phase, everything looking good. Как капитан, могу сказать, что сезон Калеву не слишком удался. Ни команда, ни я лично не смогли показать свой лучший баскетбол. Ну, не очень. Могли бы сыграть получше, конечно. В этом году это был победитель нашей группы, Уникс, который сейчас вошел в четверку лучших команд Кубка Европы. Очень хорошая команда. Победа над ними – это пока что лучший момент сезона. Наш главный соперник в лиге. В этом сезоне мы сами. Зависит от игры. В каких-то матчах ты бросаешь много, в каких-то мало. Теоретически, чем больше атакуешь, тем больше можно и промахнуться. Все зависит от игры. Сколько надо. Мои кроссовки синие, в соответствии с цветами клуба. Так что, наверное, синий. Белый. Главная разница в том, что Рига – это Латвия, ну а Таллин – это Таллин. А вообще между ними больше похожего, чем разного. Тут больше и сказать-то нечего. Очень большая разница. Рига намного лучше Таллина. Нет вопросов вообще. У нас в команде литовцев уже пару лет нету. Ну а тогда, когда были... Обычно я говорил с ними по-английски, но иногда и по-русски. У нас нет литовских игроков в команде. Когда встречаешься? По-английски или по-русски. Калев Таллин. Валдис Валтерс. Нет? Калев – это эстонский герой-богатырь. Его имя наш клуб носит уже давно. Государственная электрофабрика. Я живу в Таллине. Не очень. Так, 300 километров. Думаю, наиболее интересным для меня был выезд в Астану. Я никогда не был в Казахстане, так что было здорово побывать в столице этой страны. Волгоград, последний. We're now in the approach phase, everything looking good.